Приветствую всех творческих душ на моем канале. Сегодня мы поговорим про арт-терапию. А в нынешнее время нас окружает очень много стресса. Это ситуация в мире и взаимоотношения, и насущно-бытовые проблемы. Стресс стал нашим самым постоянным спутником. Люди пытаются найти разные способы борьбы с ним. Я для борьбы со стрессом занимаюсь арт-терапией. Арт-терапия позволяет выразить свои мысли, чувства и эмоции. При этом не надо уметь рисовать. Достаточно просто наслаждаться процессом рисования, не думая о том, что и как должно быть. Во время занятия арт-терапией мы открываем для себя волшебный мир творчества и красок. У нас появляются интересные идеи, открываются новые возможности, приходит успокоение и внутренняя гармония. Через рисование, лепку, вязание или музыку мы выражаем то, что находится в нашем сознании и подсознании. Мы говорим о своих эмоциях при помощи творчества. Арт-терапия позволяет нам на время забыть про зло и проблемы. Помогает расслабиться и отдохнуть морально и физически. Раскрыть свой внутренний мир и стимулирует воображение. Раскрывает наш потенциал и придает веру в себя. Стресс не должен править нашей жизнью. Наш стресс отравляет не только нашу жизнь, но и жизнь окружающих людей. Он подпитывает негативные эмоции и причиняет боль нашим любимым. Стоит больше посвящать себя любви и созиданию. Заниматься тем, что приносит моральное удовлетворение и вдохновение. Арт-терапия позволяет стать созидателем своего счастья и хорошего настроения, а также погружать в мир искусства и самовыражения. Не бойтесь искать себя и свое восприятие мира через творчество. Пусть стресса в вашей жизни станет меньше, а поводов для улыбок больше. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, позвонить в колокольчик и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. Буду рада видеть вас снова. Всего вам наилучшего. До свидания.